Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Автотранспортный колледж серьезно подошел к вопросу подготовки к зиме. Обычно, если в городе садят молодые ели, то зимой снегоуборочная техника буквально заметает их, и к приходу весны немногие выживают. Наверняка именно поэтому молодые хвойные саженцы на этой аллее надежно защищены деревянными укреплениями. Сделано хорошо и своевременно. Пожалуй, в городе больше нигде не встретишь таких сооружений. Сразу видно, что сотрудники колледжа отнеслись к своей работе с душой. Мелочь, а прогрессивная. Здесь, на спуске с горы по улице Ленина, наверняка многие кунгурики видели вот эти рисунки кунгурских уличных художников. Но сегодня хотелось бы обратить внимание не столько на сам рисунок, сколько на то, что нарисован он с грамматическими ошибками. В своем рисунке ребята говорят, что их творчеству исполнился ровно один год. Но тогда в этой надписи буквы «С» быть не должно. Мало того, что стену испоганили, еще и пишут неправильно. Так и хочется сказать молодым художникам, если уж решили украшать город своими рисунками, то хотя бы делайте это правильно, ведь эта мелочь безграмотная. Чуть дальше по улице Ленина, на входе в один из магазинов, мы увидели лестницы, по которым не то что пожилые, но даже молодые кунгуряки поднимаются с трудом, ведь лестницы здесь намного выше стандарта. Нам в редакцию поступала масса звонков от кунгуряков. Многие здесь получали ушибы и прочие травмы. Но мне вот не спуститься будет трудно, по крайней мере, в моем возрасте уже, по таким лесенкам спускаться. Понятно, что вход в подвал – это частная территория. Но если магазин хочет привлечь как можно больше клиентов, то нужно хотя бы создать условия, чтобы эти клиенты могли войти в магазин. Мелочь, а труднопроходимая. Партнер рубрики «Любимая мебель» – это красивые, удобные, вместительные кухни, шкафы-купе, сделанные точно по размерам вашего помещения. Улица Коммуны, 47.